Аварии на дорогах Саранска – событие, к сожалению, нередкое. Вот и в селе Берсеневка накануне не обошлось без ДТП. Качество видео оставляет желать лучшего, но по кадрам понятно, что водитель грузовика пренебрег мусорным контейнером, стоящим у дороги. Подробности выясняются. От нарушающих порядок на дороге водителей не отстают и пешеходы. Ни отсутствие пешеходного перехода, ни даже предупреждающая надпись не разбудит в русском человеке опасения за собственную жизнь. Особенно, если в руках тяжелые сумки. Провокаторами дорожных происшествий бывает непогода или водители, которые вечно куда-то торопятся. Но иногда эти два события совпадают, и тут уже не обойтись без эвакуатора и кареты скорой помощи. ДТП на мосту по улице Титова – печальное тому подтверждение. Вот такое произведение гениев маркетинга красуется на прилавках одного магазина на той же улице. По одной из версий комментаторов, мясное изделие сделано из зебры. По другой, имеет непосредственную причастность к предмету регулирования движения на дороге. Может быть, кто-то и использует эдакую хитрость и не упустит возможность перекусить прямо на рабочем месте. Давно известно, что наша республика славится талантами, и вот такого гитариста вы могли встретить на одном из троллейбусных маршрутов города. Ни для кого не секрет, что таким образом парни зарабатывают. Почему бы и нет, когда можно совмещать приятное с полезным и тем самым дарить улыбки пассажирам в эти пасмурные дни. Автоботы, вперед! Битва титанов. Так назвали увиденное прохожие у себя во дворе. Давно пора было отечественному кинематографу браться за съемки ремейка нашумевших трансформеров. А что? Саранск вполне себе подходит для разворачивания событий. Город будущего, как-никак. А вот эта палатка возле здания ЗАГСа также стала объектом насмешек местных юмористов. Хит-парад шуток. Когда жених задерживается, но очень хочешь замуж, ипотека для молодоженов, регистраторы голодовку объявили. Предлагайте свои версии, может быть, ваша окажется верной. Это был весь интернет-обзор на сегодня. До встречи, пока.